Сегодня пройдет дискуссия о дальнейшей судьбе знаменитого углового дома в Риге. В конце этой недели завершается проект музея оккупации «Обойди угловой дом», в рамках которой по зданию проводятся экскурсии в подвалы ЧК. Здание КГБ или угловой дом за 50 лет оккупации Латвии стало ярчайшим символом тоталитарной власти и остается в Риге 21 века реликтом прошлого века, века тотальных войн, массовых репрессий и геноцида. 2014 год – лучшее время для того, чтобы изменить судьбу этого объекта и распахнуть его двери, считают авторы проекта. Сегодня в ходе дискуссии под названием «Перекрасим» своим опытом поделятся представители Берлинского музея Штази и Литовского музея жертв геноцида. В свою очередь, историк Латвийского музея оккупации Энесса Дреймана расскажет о проблемах и открытиях проекта «Обойди угловой дом». Стоит добавить, что на платформе manabals.lv сейчас ведется сбор подписей за создание долгосрочного плана существования углового дома. За это подписалось уже около 500 человек.